Цикл картин «История Суздаля» зимой 2018 года увидит жители Словакии. Александр Ярошов, художник-график, создал целую серию работ, начиная от сунгирской стоянки и заканчивая картиной о Великой Отечественной войне. В общем, приехав в Суздаль, вот, я вот это все увидел. Ну, история Суздаля – это история России. В России я недавно живу, 3 года, и ну, просто ну, как художник – мне захотелось проиллюстрировать историю Суздаля, этого города замечательного, в котором происходили самые невероятные события. Все картины выполнены в стиле графики. На данный момент есть уже 18 работ, планируется еще 40. Каждая иллюстрирует какой-нибудь исторический момент в жизни города. К примеру, это показывает войну сыновей в Всеволода Большое гнездо. Конкретно битва при реке Липице, самая масштабная междоусобица была, это когда после смерти Всеволода Большого гнезда. Всеволод Большое гнездо умер, и сыновья не поделили престол. Ну, это реально братоубийственное, потому что там 8 братьев, они все друг с другом воевали. Любовь к графике у Александра с детства. Художник учился в школе искусств. Масляные краски купить не мог, а акварель не нравилась. Материалы, потом живопись, она подразумевает наличие мастерской. А вот графика, это как, ну, в школьные годы, да, у меня ручка всегда с собой, карандаш. Сел и, пожалуйста, работай. То есть на корточках можно на лавочке сидеть или там, да, дома выделил себе стол, уголок. И, ну, доступность. Сложность создания таких картин заключается в том, что они являются как бы исторической реконструкцией, говорит художник. Одна ошибка в достоверности мелкой детали, к примеру, одежд воина, способна испортить всю работу. Искусство должно быть доступным, убежден художник. Но пока работу видели лишь друзья Александра. Мне, конечно, бы хотелось показать, чтобы это видели простые граждане. То есть не искушенные, не какие-то мы друзья там, да, там творческие какие-то люди. Чтобы простые люди пришли, чтобы школьники пришли. Вот. Вообще, в принципе, это работы, они не являются каким-то иллюстрацией к учебнику. Это скорее работы, когда человек, ну, посмотрит, ну, я надеюсь, да, он увидит и что-то начнет этим интересоваться. У Александра есть мечта сделать альбом-книгу «Иллюстрации Суздаля за 10 веков». Ну а главная цель сейчас – закончить цикл об истории древнего города. Им уже заинтересовались Словакии и предложили художнику организовать персональную выставку в январе. Мария Котлярова, Дмитрий Шаталов, «Губерния 33».